Задержан пособник сбежавших из колонии шестерых заключенных, сообщает Следственный комитет Дагестана. Он приходится родственникам одного из них. Подозреваемый в содействии Заур Аминов, брат сбежавшего Рашида Аминова, отбывавшего наказание за убийство. Установлено, что он помогал заключенным материалами, необходимыми для рытья и обустройства тоннеля. Следователи не исключают, что у сбежавших были и другие сообщники. Эта информация проверяется оперативниками. Напомним, что накануне был задержан начальник мастер-производственного цеха колонии, в отношении которого возбуждено уголовное дело по халатности.